Итак, поговорим немного о вашем проекте. Это может быть спек, работа по брифу или отработка скилла. Короче, все что угодно. Часто люди не делают свои проекты из-за своих страхов и комплексов. У меня не получится, либо я сделаю, но плохо, поэтому еще потреню и точно сделаю. Так не работает. На самом деле, самая большая ошибка, которую вы можете сделать, это не сделать ваш проект, так как после реализации вы лучше начнете понимать свои идеи, то, как они живут в реальной жизни, а не только у вас в голове. Для реализации вам не всегда нужны деньги, но если все-таки нужны, то вы можете попросить их у бренда. Так я сделал пару раз. Например, в 2018 году мне захотелось больше начать работать с гримом, но клиентов особо не было, кому я мог бы предложить такие креативы. Поэтому я сделал поиск небольших бизнесов, кому могла бы быть интересна эта тема. Так я нашел ювелирный бренд Made in Cosmos. Эти ребята специализируются на украшениях из метеоритов. Бинго! Я составил предложение и смету, отправил на почту, ребятам все понравилось, мы получили денег на концепцию, а ребята классные картинки. Примерно так же продюсеры ищут деньги на клипы или фильмы. Первое, с чем вы столкнетесь, держа на руках крутую идею, это ее реализация. Ведь очень часто говорят, идея классная, но исполнение говно. Так вот, чтобы ваше исполнение не было говном, освойте технические навыки на хорошем уровне. Либо найдите того, кто сделает это лучше вас. Вы пишете на листок все департаменты, которые будут причастны к вашему проекту, и начнете искать людей. Большинству не хватает в портфолио хороших проектов, поэтому с поиском команды у вас не должно возникнуть никаких проблем. Если вы хотите сделать свой проект чуточку лучше, то найдите себе в команду хотя бы одного специалиста выше уровнем, чем вы в своей области. Вы сразу почувствуете разницу. Конечно, расти вместе круто, но гораздо приятнее иметь какой-то бустер. Вот алгоритм действий, который я использую при создании любого проекта. Итак, первое. Знакомство с брифом, брендом, задачей. Здесь я выступаю в роли слушателя. Если это персональный проект, то я слушаю себя, чего бы мне хотелось. Если это клиент, то, соответственно, его пожелания. Погружение, ресерч и исследование. Задаю вопросы. Мне кажется, что это самый важный этап в препродакшене. Чем глубже вы погружаетесь в проблематику, тем больше понимания вы приобретаете, а значит, идеи будут лучше. Креатив и разработка идеи. Записывайте и скетчируйте вообще все, что приходит в голову. Любой бред. Вам все это пригодится. Тесты. Если у вашей команды нет представления о том, как реализуются идеи, то значит вы никогда не сделаете этого хорошо. Тесты помогут вам понять, реально ли сейчас то, что вы задумали. Визуальная проработка. Когда у вас есть уже форма идеи, то визуализация по большей части является просто раскраска. Здесь будет все зависеть от вашего вкуса и стиля. Продакшн и производство. Тут все, я отключаю голову, так как чаще всего это технические задачи. Постпродакшн. Тут появляется пространство для креатива. Грамотный монтаж, цветокоррекция или крутой арт-дирекшн могут дополнить или вовсе изменить ваш проект и сделать лучше. Сдача. Здесь важно получить фидбэк от самого себя в первую очередь. Все ли зашло, получилось ли то, как вы хотели, почему нет, что сделать лучше в следующий раз. Релиз. Обязательно покажите свой продукт всем, вообще всем. Следите за реакциями, расспрашивайте о впечатлениях. Очень часто люди не видят и половины того, на что вы обращаете внимание. И наоборот. Теперь у вас есть четкая последовательность действий, что нужно сделать, чтобы ваш проект получился. Не бойтесь и помните, что худшее, что вы можете сделать, это не сделать вовсе ваш проект, который вы задумали. Сейчас у вас есть инструмент для создания идеи. Наберитесь терпения, так как на освоение этих практик нужно время. Это не должен был быть мотивационный курс, так как мне кажется, что если у человека не хватает своей внутренней мотивации, то ему еще рано приступать к тому, что он задумал. Если вас одолевает страх... Вообще, знаешь, какая у меня должна была быть концовка? Я, короче, долго думал, что, блядь, никаких мотивационных решений, там, речей я не хочу ничего делать. И просто представь себе черный экран, звук такой, типа, и надпись «Ебошьте».
все еще здесь?